2 года скитался и пугал людей крокодил-беглец. Он сумел выбраться из зоопарка Газы. Тогда он был совсем крошкой, всего 0,5 метра в длину. Сейчас крокодил стал 2-метровым великаном. Полиция без устали искала пропажу и даже подключила к поискам интернет. Этот крокодил, который находится за мной, удрал из зоопарка в 2010 году, около 2 лет назад. Тогда он был маленьким, приблизительно 40-50 сантиметров. Помогли стражам порядка и рыбаки. Для поимки беглой рептилии они предоставили свои сети. И вот, наконец, через 18 месяцев пребывания на свободе крокодил вернулся в родной зоопарк.